Давай, давай. Все, зрачок. Глаз на одно место натянул. Офигеть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Капец, это что тут, где у нас файтинг? Что за гонки какие-то начались? Блин! Друзья, всем привет, с вами как всегда Бамбуковый Медведь, и мы продолжаем с вами проходить Наруто Шипуден Ultimate Ninja Storm 4. Это, ребята, уже у нас 7-я серия. Все, кто не видел предыдущие, можете свободно, ребят, посмотреть в закрепленном комментарии. Ну и как всегда, наберем 1000 лайков, значит, будем приступать к продолжению. Жмякайте, ребята, смело, жмякайте. Так, ну что, не будем тянуть уже, ребята, всем приятного просмотра. А мы начинаем. Так, сейчас у нас первая заставка. Мы ее пропускаем. Да, она у нас постоянно здесь одна и та же. Так, на чем мы с вами остановились? Мы остановились... Ага, мы бой с Минато проводили, да. Обито против Минато. И сейчас у нас будет какая-то жесть, ребята. У нас там, помните, был 10-хвостый и 9-хвостый. Ладно, сейчас тут, чувствую, будет вообще веселуха. Погнали. Напоминаю еще раз, Наруто, ребят, до сюда я не досмотрел. Поэтому мне это, тем более, все очень интересно. Я здесь буду на эмоциях. О, петрушка вылазит. Офигеть. Ой, забрызгал. О, красавчики! Вау! У нее нет чувств или мысли. Он чисто воплощение природной энергии, пронизывающий этот мир. Понятно. Осторожно, началось. Наруто, тебе нужна помощь, Какаши и Гая. Послушайте, не лезьте сразу в бой. Сначала держитесь подальше. Координируйте свои атаки с его движениями. Так вы сможете нанести ему наибольший урон. А теперь начинаем. Я уже в предвкушении, ребята. Так, жмякаем. Здесь бонусы, окей. Вау, нифига себе. Это что-то новенькое. Захват. Переключение между захваченным целью во время атаки. Кроме стреляет по захваченным. Так, на эрочку мы можем крутить, да? Понятненько. Так, 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 так. Все глаза нужно уничтожить. Так, нажмите Y плюс X. Блин, а у меня же управление это тут 1, 2, 3, 4, 5 на джойстике. Y плюс X это у меня 4 плюс 1. Так, чтобы вести атаку рассеянной бомбы хвостатого зверя, так вы сможете одной атакой нанести сразу урон нескольким целям, бла-бла-бла, в этот момент удерживайте X, это у меня единичка. Увеличив, вы можете поразить еще больше врагов. Хм. Ребят, такого еще не было. Так, вот это я зажал. Это он по мне стреляет? Нифига себе! А вот это... Вот это жесть! Так, а чё я переключаться не могу? А, во. Ой-ой-ой-ой, назад! Все понятно, на Y я, короче, их выкидываю, ребята. Так, Y еще раз. Все, на правую я переключаюсь. Еще раз переключаю. А, вон их сколько глаз, очуметь. Еще раз пуляем. Ай, назад. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Ой, назад. Точнее, уворачиваемся. Блин, вот эта петруха мне нравится. Тихо-тихо-тихо, я понял. Куда-то убегаем. Куда? Лево-вправо бежать, меня не видать. Оператор, пониже нам, пожалуйста. Все понятно. Промахнулся, а мы лупим. А, ну он автоматически переключается. Я зажал, ребят, просто, и все. Икс. Офигеть. Короче, я понял. Бегаем лево-право с зажатым иксом. Все, фарш, что ли? Изи. Ой-ой-ой.
Ага, это только начало. Так, у меня чакры нету. Чакра, чакра. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой-ой-ой, назад, бок! А, бегом! Блин, хорошо, что я могу стрелять и бегать. Офигеть, вот это битва. Не-не-не-не-не-не, я бегу. А я бесконечно, интересно, в бок могу бежать. Я сейчас его оббегу вообще вокруг, смотрите. Изи, ребята. В бок просто давим. Мне хоть что-нибудь надо будет перепрыгивать? Тихо-тихо-тихо-тихо, чакра. Блин, погоди, бегу! Бам! Прыжок! Ну-ка, если вот так вот. Быстро-быстро-быстро в бок! Капец, не успел. Бенч! Нормально, хорошо зашла. Бенч! В бок, в бок, в бок! Есть. А Нарта, мы не сможем долго сдерживать его. Я знаю, покончим с этим. О! Бэха. А, Б, Б это у нас вот так вот. А, просто бета вид, что ли? Комбар, все, понял. С ноги, с руки. Блин, по зрачку-то, по роговице больно, наверное. И с ноги. Тихо, тихо, тихо. А что, что делать? Прыжок, наверное? А как от него уворачиваться, я не понял. Перепрыгивать надо было. Он что-то не особо прыгает-то. Прыжок. Понятно. Что ничего не понятно. Он прыгает как-то низко. Только вперед он прыгает. А, вот, понятно. Я не на то, ребята, давил. Все, понял, понял. Капец, не в ту сторону побежал. Все, разобрался. Я просто не на ту надавил кнопку. Мне чем неудобно, у меня на джойстике здесь А, Б, С, Y вот эти вот с этого. А че ему ничего не наношу? А, теперь уже переключаться надо. Ну-ка, давайте по этому глазу. Теперь сюда. Это, у меня управление 1, 2, 3, 4 на джойстике. У меня джойст-то не такой. Из этого мне неудобно с этим. О, еще один минус глаз. Капец, нифига он там пуляет. У меня чакра кончилась. О, я могу бегать ее восполнять. Ну это вообще изи. Я думал, нужно обязательно стоять. Все, убегай, нет. Не вовремя это я прокастовал. Вот это я прокастовал. Не вовремя. Тихо, прыжок. Бенч. Прыжок. А, это он просто поверху бьет. В бок, в бок, в бок. Расстреливаем, ребят, расстреливаем. Блин, мне кажется, или они как-то восполняются? Нет, дамаг у него наносится. Сейчас Бэха, наверное, опять впереди. Бэха, это у меня тройка. Давай, ползи сюда. Блин, а вот это мне не нравится. Ёлки-палки, ты чё, псих, что ли? Братан, ты это брось. А чё, я это лишь беспомощный ниндзя. Блин, я хочу читать и смотреть. Куда давить? Рано или поздно ты станешь... Чё там было написано? Так, Бэха, некогда читать. Бэха, 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 Бэха. Давай бегом. А
Точно это я Б давлю? Да, вроде Б. Упрямые насекомые. Давай, снови с руки быстренько. Давай, давай. Все, зрачок. Глаз на одно место натянул. Офигеть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Капец, это что тут, где у нас файтинг? Что за гонки какие-то начались? Блин, погодите, я... Что давить-то? Это что за дичь? Блин, я не могу сообразить. Только лево-право, мне вниз давить или не давить? Не, он бежит вроде бы сам. И прыгать я не могу, и атаковать я не могу. Как мне атаковать-то его? А, Петруха! Блин, больно, прям в попец. Наклобучивай. Блин, да блин. Ба! Да отстань, старуха, я в печали. Все не умеется, капец. Что, прикалываетесь, что ли, а? Беги! Панда, беги! Да блин, капец! А, он по бокам, а потом по центру. Нафиг я уворачиваю, все, я сообразил. Подожди, я покажу тебе, на что я способен. Да блин, хорош. А у меня еще и карта, смотрите, есть. А-а-а! Это что за жесть? Все. Жирный не пройдешь. Все от того, что кто-то слишком много ест бамбука. РБ. РБ это что, нижний или верхний shift? YK. Блин, управление неудобное. Б-б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 
Капец, не туда что-то протыкал, ребята. Капец, глаз настреляли. Управление, вот у меня... Как же здесь поменять-то, чтобы на циферки были мои? Так неудобно с этим джойстиком. Спасибо, больше не смогу тебе помочь. О, товарищи. Одну звездочку что-то там на клавесине он натыркал. Опять секс заплевал. Игрик. Сам курица. Чё ругаешься? О, девочки. Это хорошо. Что теперь курица? Нифига у них подмога. Альянс ниндзя. Это дзюцу сотрет вас парасок. Мир. Будет уничтожен, говорит один, а второй говорит, не будет уничтожен. Сейчас начнется настоящий бой. Вниз. Право. Лево. Вверх. Короче, джитсу кастуют. А, и водой. О, нифига себе они. Капец, мне его даже жалко. Короче, зажарили и сварили. Вот это ишка.
палёненьким запахло. Это у меня двоечка. Игрик. Б. Успел протыркать. Оба-на, я что-то и активировал. Вот это бабум. Большой барабум. Нифига оно там бахнуло. Блин, у меня там телефон. Погодите, я тут бью десятихвостого, потом перезвоню. Офигеть. Ведь не думайте, что этого хватит, чтобы нас остановить. Ах, какая улыбка. Симпатяга. А это кто еще? Кса. Проклятие. Ёлы-палы. Ну чё, прикалываетесь, что ли? Я всю ману уже потратил. Чакру. А чё, мешочка? Вот это котик. Ласковый, пушистый. Пора показать им отчаяние. А, плюшка летит, уворачиваемся! Промазали? На дальность вот так посмотрите. Убито. Или они деревню там атакуют? Целится в наш штаб. Похоже на твою тактику. Этот в шлеме виртуальной реальности сидит. Около Срифт. Свяжитесь со всеми, кто находится на поле боя. Я обращаюсь ко всем. Мы обезглавили силы противника, снова военной тактики. Что такое отчаяние, будем показывать в мельчайших деталях. Капец, они, короче, наш штаб разбомбили. Офигеть. Она Наруто. А он Минато защитил. Ого. Это что такое? Кто-то книжку закрывает? Офигеть, сосульки. Народу полегло. Санитара? Нет. Слишком поздно. Неджи, нет. Наруто. Ты знаешь, что госпожа Хината готова умереть ради тебя. А это значит, твоя жизнь — часть чего-то большего. Я думаю, моя жизнь была частью того же. Почему? Почему здесь? Почему тебе потребовалось зайти так далеко? Не люблю такие моменты, грустишка. Ты
Сайта то Иварета Карада. Сказал, что я гений. Нет. Пожалуйста, пусть он будет жив. Неджи! Неджи! Где там санитар? Неджи! Ну вот так всегда у нас скоро едет полтора часа. Ой. Нет. Усодаро. Не может быть. Накама ва коросасенай нджа наката нука? Я думал, никто не сможет убить ни за два друзей. Капец, книжка раскрывается, 22-я страница. Чё там опять? Тентакли атакуют. Это будет происходить снова и снова. Все дела превратятся в ложь. Что у тебя осталось в этой реальности, Наруто? Капец, он нас вербует. Присоединиться? Да иди ты в баню, Рудиска. Братишку моего задамажил. Саки. Нези-нисан говорила. Помнишь, что тебе сказал Меджи? Наруто-кун но жизнь не в том, что твоя жизнь это часть чего-то большего. Ты знаешь, что он имел в виду? Он говорил о том, чтобы никогда не давать... Короче, никогда не сдавайтесь. Чувствами, которые живут в наших сердцах. Это есть то, что делает нас друзьями. Но если ты сейчас откажешься от своих идеалов, все, что сделал Неджи, окажется напрасно. А вот что в действительности значит дать своему товарищу умереть. Поэтому подойди и стань вместе со мной. Стой твердо. Я поступлю так же. Таков путь ниндзя. Дело не только в маме и папе. Я вовсе не одинок. Ну, хвостатик. Хината, аригато. Омае га оре но йоко ни ите курета окаге да. Нат, спасибо тебе. Все благодаря тому, что ты была всегда со мной. Все, хватит. Смотри, что ты натворил, редиска. Это, так у нас еще будет бой. Что это? Чакра дети хвоста. О, Наруто но гакиме. Кюби чакра отдать кото га декиру но ка. Ого. Имасара. Соно йона кото. Я ничего не изменил. Кагебенсин но джюцу. Джюцу теневая колонна. Побежали. Смерть твоего друга ничему тебя не научила, ты всего лишь ребенок. Это был мой братюня! Да, Неджи больше нет. Но... Неджи все еще жив в наших сердцах. Позволь открыть тебе небольшой секрет. Именно я создал эту связь. Не забывай, что это очень сильное проклятие. Какое проклятие? В атаку, ребята. Фига себе, Орёль!
Задамажили. Все, петрушка пала. Подожди, тебя я не хочу разрывать связь со своими друзьями. Капец, у заставки длинные какие. Ты и правда всего лишь ребенок. Если ты считаешь, что боль от гибели друзей это связь с ними, то какой смысл хранить ее? Хватит умничать. Вот это точно. Давай драться, хорош болтать. Я готов стерпеть любую боль. Точка. Друзьяшки, короче, в сердечке, ребят. В сердечке. Всегда там. И он готов стерпеть любую боль. В чем суть твоих слов? Что? Ты смог дать нам отпор? Это дорогого стоит. Я должен тебя похвалить. В конечном итоге это ничего не меняет. Просто будет немного интереснее. Теперь здесь заставка 20 минут и бой 5. Одна из единственная связь между мной и Десятихвостым была разрушена. Теперь он неуправляемый. Ой-ой-ой. Так, пора покончить с ним. Бобик сорвался с поводка. Кашу-сенсей, держим оборону. Да, сейчас начнется настоящий веселье. Офигеть. Обалдеть. Вот это веселуха, ребят. Вот это петруха. Рев Десятихвостого. Конец. Нормально. Прошли. 28 тысяч. Рюхи заработали, ребята. Бонус за ранг Б. Неплохо. Уничтожить более 70 глаз. А, ну понятно, здесь побольше надо было уничтожить. Капец, вот это было четко. Вот это мне понравилось. Я вам отвечаю. Так, следующий, смотрите, у нас открылся бой. А, ничего мне не открылось, погодите. А как мне дальше проходить? А, мне теперь, наверное, ребята, надо понизу идти. Да, теперь вот здесь пойдем. Обалдешечки. Смотрите, здесь мне ничего не открылось. Да. Короче, ждите, в следующем видосе пойдем, ребята, по нижней вот этой вот полосочке. И будем там проходить. И в конечном итоге мы должны вот сюда, вот самый правый-правый уголок прийти, да? Блин, мне понравилось, честное слово, надеюсь, что вам тоже. Я просто анимеху до сюда не досмотрел, мне это вдвойне интереснее. Все, ребят, всем огромнейшее спасибо, кто досмотрел до самого конца, вы самые лучшие. Берегите себя и своих близких. Ну, с вами был Бамбуков Мишка Капанда. Увидимся уже совсем скоро в следующем видосе. Всем жму лапу и всем пока-пока.